Всем привет! Другая жизнь приветствует. Продолжаем свои изыскания. Лесные, дорожные, полевые. Зима берет свое. Сегодня всю ночь шел мокрый снег. Вон за моей спиной, посмотрите. В общем-то, не особо-то его и навалил, я скажу. Но уже, я думаю, что недели через две он ляжет слоем. Сегодня, как в предыдущем видео я и говорил, попробуем найти одну из старых дорог очередных. За моей спиной, вон там за полем в углу, вот прям за головой, начинается лес, вот там уходила дорога, достаточно крупная по картам. Естественно, здесь в советское время потрудились трактористы и не только. Но мы ее попробуем сейчас разыскать, может быть, что-то найти. Световые дни, к сожалению, короткие, да еще сегодня ехать домой туда, в Москву. Поэтому времени у нас, ну, часа 4. То есть всю эту дорогу, естественно, мы не пройдем, потому что она километра 2-3. Ее бы засечь, да чуть-чуть исследовать. А там уже видно будет. Ну, если найдем, то сами знаете. Если найдем, то мы будем там, если что-то не найдем, то на ней колупаться можно долго. Как вот на одной из старых, где мы чешую подымали, кошелек. Поэтому пойдемте с нами гулять. Сейчас все вам покажем. Вперед. Слава богу, от машины отошли недалеко. Опять ломанули уши. Это напечатанный усилитель на 3D принтере лопнул. В том году, когда Люба тонул на болоте, где-то у нас видео это было, она зацепилась за корягу и оторвала, естественно, ушек вместе с катушкой. Но она так лихо застряла в болоте тогда. Я начала там. Приклеила на дихлорметан, он же дихлоретан. Вот, зафиксировал на стяжечке. Где сейчас вот видно, вот они. Но сама штука не выдержала, лопнула. Сейчас говорю, хорошо, недалеко от машины отошли. Изолента наша, все. Вот всем советую настоятельно с собой в рюкзаке, в кармане таскать. Постоянно она нужна. Что-нибудь где-нибудь примотать. Что-нибудь где-нибудь отломается. Да нет, она будет держаться. Такой вот походный ремонт. Будем дальше что-нибудь делать. Ну, это уже по приезду домой. Вот. Так, а нам вот туда. Сейчас вот здесь леском пройдем, вот этим вдоль поля. И она налево должна уходить. Здесь тоже вырубки, как вы понимаете. А вот где-то мы стоим вот сейчас в области дороги этой старой. Ну, вот она вот так. Вот так вот, да. Естественно, все это дело. Первая находка. Копеечка 35-го года. Первая находка была проволока. Ну, проволока, понятно. Да, 35-й годик, копейка. Ну, как минимум, советы нам здесь светят. Может быть. Там идет подальше чуть-чуть накат советский, ну, тракторный, ну, лесовозный. Вот. На нем есть ямки свежие, не закопанные. Ребята, яму закапываем, кто здесь ходит. Неважно, в лесу, не в лесу, закапываем. Потом же сами все ноги себе переломаете. Да, сегодня такой коп. Трудовой, я бы сказал. Везде буреломы, куча вырубок бывших, перемежающихся вот такими вот леснинами с завалами. Шли-шли и нашли лосиную кормушку. Сейчас я вам покажу. Там смешно, что автомобильных накатов, а вон он, по-моему. Лоси ходят, вон натоптано. А там что-нибудь есть, интересно? Посмотрим. Да, есть. Кормят зверюшек, соль. Вот он, накатик. Действующий. Ну, это хорошо. Соответственно, обнаружить дорогу саму. Все здесь завалено. И пока ничего не понятно. Вон Люба идет. Будем дальше ориентироваться. Времени-то мало. Еще и дождь пошел вместо снега. Мокрые все уже. Но это фигня.
Вот так. Короче, присели чай пить. Все здесь уложили в советское время с этими лесозаготовками. Ни хрена здесь дорог не найдешь. Кусок подковы нашли. Да, вот обломок подковы и все. Больше ничего пока нет. Везде вот такой бурелом. Вот за моей спиной. Вот примерно такой ландшафт. Это достаточно сложно поиск вести в таких местах. Вот отсюда и пожары, потому что лес, природа уже сама себя чистить начинает. Да, это понятно. Короче говоря, сейчас лезем выше, на холмы, там вроде как повыше ландшафт сам, и идем уже не... Слушай, паук, вот ты офигел. Где? Ну да, а что они же, им пофиг. Маленький. Вот. Сейчас уже по навигатору дороги искать бессмысленно, потому что физически их просто, ну... Не найти даже визуально, ты их не видишь. Вот. Будем пробовать искать по холмам, по возвышенностям, более старые места. Может, что-нибудь наткнемся. Ну, по железу, естественно. Ну, такой вот просто лесной выход. Просто гуляем. Просто гуляем. Но с приборами. Ну, типа того. Так, друзья, сегодня такой выход. Развлекательный лесной. Находок, находок ни хрена нет, мокрый насквозь. Даже вон непромокаемая куртка вся вон. Чувакает. Хотя, ну так как такового дождя-то нет, все-таки снег. Находка интересная сейчас выскочила. Похоже на прясло, но оловянное, что ли. Если, конечно, прясло. Но похоже. Вот. Колесико вот такое. Да не, нам попадались такого плана. С проточечкой. Может и не прясло. Не знаю, кто знает, пишите в комментариях. Похоже на прясло. Ну, похоже на прясло. А кто не знает, что такое прясло, это на веретено грузик сверху надевался, чтобы оно... Снизу. Фу, сверху, снизу, да? Хрен его знает. Ладно, у нас еще целый час. Кругами ходим. Ладно, первый раз в этих лесах. Ни хрена не понятно. Дорог не можем найти, потому что все вот так вот уложено. Трек я пишу. Потом посмотрим, где мы шастали. Нашли накат современный, ну, охотничий. Только идет он не с этой стороны, вот где у нас машина там стоит, а с другой. Будем смотреть по картам, по спутникам. Ни хрена не понятно. Но интересно, куда там прибывает он у тебя. Все, идем дальше. Что, друзья, снимаем из машины завершайку так называемую. Хотя снимать-то, в общем-то, особо-то было и нечего, потому что у нас из находок была монета прясла, которую я не знаю, кстати, где. В кармане. А. Вот. И дойдя до машины, было у нас еще где-то минут 40 времени, всем известное поле, так называемое, до Монгольска. Думаю, они пройтились на туда-обратно. Выпрыгнул наперсток целый, но это не до Монгол, естественно. Ну, уже более позднего, да, периода. Какая-то накладочка цветная. Будем отмывать, смотреть, не знаю. И сегодняшний, в общем-то, выход спасла замечательная находка с этого поля. Смотрите. Оп, покажу. Камеру-то не брали. Машину поставили на дороге. Так пробежаться. Просто пройти туда-обратно, просто чтобы для успокоения, ну, уже, да, для успокоения души. Посмотрите, какая прелесть. Чуть-чуть подломано ушечко, но это не важно. Вот он, 11-13 век. Изумительная вещь. В общем-то, он нас все не спас. Вот так вот бывает. Интересно. Сейчас такое рассуждение у нас будет на тему старых карт и находок, собственно, на них. Все знают, конечно же, карту Менде. В нашем случае это Менде Ярославской области. Так вот, часть территории на Менде окрашена, по-моему, в розовый, да, цвет? Ну, как, бежевый, розовый, да. И такой голубовато-зеленый. Голубовато-зеленый.
И серый вот этот, да? Или который у нас не получился? Вот как раз голубовато-зеленый. Короче, мы что заметили? На территориях, которые обозначены вот этим голубовато-зеленым, ну, серым, грубо говоря, да, то есть таким. У кого какая цветопередача? Да, никаких находок никогда не бывает в лесах. И вообще. Чаще всего это заболоченное место. Да, чаще всего это заболоченное место. Кто знает, кто разбирается, скажем так, в топографических обозначениях, вообще цветах, напишите в комментариях, может, кто-то знает, что обозначает цвета. Потому что, видимо, это какие-то непригожие, скажем так, для передвижения. Худые земли. Худые земли, да, для жилья, территории. А вот там, где вот эти розовые, так называемые, красные. Не розовые, а светлые. Ну, короче, светлые вот участки, вообще. Да. Ну, я не знаю, когда навигатор сразу такой будет розоватый. Суть не в этом. Там находки в лесах есть. Причем много. Зачастую, да, и обильно, и на дорогах. А тут дорог, вот мы и пытались сегодня найти эту дорогу. Мы ее нашли, конечно. Мы нашли территориально, где она шла. Но фактически это, там есть холмы. В основном это низина заболоченная. Ну, понятно, советские вырубки. Замытая, заболоченная. И ничего, вообще тишина. Я говорю, был один более-менее черный сигнал такой себе, оказавшийся там обломком подковы. А, у Любы еще конин там была недалеко, круглое колечко я не стал показывать. Вот такие теоретические рассуждения на эту тему. По крайней мере, это уже больше я не буду намечать маршруты через эту территорию. Через синюю, через серую. Нету. Да, вот уже, да, уже последний вот год, наверное, мы замечаем вот эту вещь. Надо на ПГМах, кстати, посмотреть, что там обозначается цветами. Да, они же такие тоже расписные достаточно, это планы. Ладно, делитесь, кто что думает на эту тему. Может быть, будут мысли. А так, спасибо, что с нами походили. Ролик, естественно, уже зимой позже выйдет. Вам тепло и сухо. А вам-то тепло, да. Нам холодно и мокро. Ну, мы промокли, да, все сейчас. Мокрый снег лупит. Короче, спасибо, что с нами гуляли. Дышите чистым воздухом. Всем здоровья. И пока.